лопатку. Я тебе могилу выкопаю. Как дела, док? Спасибо, дружище. No, guys. No, guys, please, no. No. Ну да. Пошел я нахер. Мне нравится быть снайпером. In. Блок. Проклятые шпионы. Ну, конечно. Ну, шпион. Hello there. Инк, ты используешь волкак или чё-то типа того? Как ты узнал, что мы были здесь? Пошли прочь, жалкие слабаки! Медик! Я иду за вами! Вот это я и имел в виду! Огонь! Огонь! Тесак кровью испачкал, приятель. Танкуем. Все на точку, парни! Красавчик. Я же говорил, главное не сдаваться. Ребята из World of Tanks попросили меня рассказать какую-нибудь личную историю из жизни, про то, как я танковал и добивался поставленных целей. Моя история может показаться банальной, но именно благодаря ей я стал тем, кем являюсь. Когда я начинал заниматься YouTube, меня никто не верил, ни родители, ни старые друзья. Они говорили мне, что это всего лишь игры и я ничего не добьюсь. Но я не опустил руки и воспринял это как вызов. Мне потребовались годы, чтобы добиться какого-то результата, чтобы в итоге заниматься в жизни тем, что мне нравится. По ссылке в описании World of Tanks собрал еще больше историй людей, которых препятствия на пути к цели сделали только сильнее. Если ты тоже один из нас, переходи по ссылке и танкуй в жизни и в игре. World of Tanks – игра для тех, кто не сдается. Everybody listen to me. When it's okay, everybody stay in spawn. Everybody go pyro right now or your mommy's a double hoe. Go fucking pyro, we going to flame them. I swear to God, if you're not a man, okay, everybody's a pyro, right? Let's go to the blue side, right? When they come out, just hold W. Some of you might not survive this. Probably none of us will, but anyways. I everybody come with me, we're gonna hide in a corner, and then when they come, we fuck them up. Everybody get inside this corner, right here, come on, come in, cuddle with me, yes, like that. Hey, man, get the fuck out of here, your mommy's a hoe. Alright, attack in 3, 2, 1, go for these motherfuckers! Go for them! Go! Clear, let's go back. Clear. Go back to the corner. I don't want everybody. Ah, shit, there's a nigger in here. Attack. Kill all these niggers. Вы дебилы. Как долго вы там ждали? Идиоты,
Все еще там? Честь играть с вами. И никогда вас не забуду. Некоторые считают, что они умнее меня. Посмотрим. Я еще не встречал никого умнее пули. Walking down the street with your best bro, and while you're walking, you accidentally touch hands. You think to yourself, "That was weird, but not gay." You are. Jesus, it is you. You are gay. According to the new legal definition of gay enacted by President Chuck Norris, are gay. Also, if you inadvertently make eye contact with another dude at a bar, you're gay. And if you walk in on your friend taking a dump. Джентльмены, попрощайся своей головой, мир. Плеки проклятые! Невероятно. Зови меня просто Ик. Деревенщина! Кикните Инка. Он читерит. Нет, я просто профессионал. У профессионалов есть правила. Будь вежлив, работай эффективно, убивай каждого.
каждого встречного.